Больше меня, смотри, 9 место. За счетом того, что его надрал Аркан Мах. Без легендарного пульса. Не в тем камень хоть. Велерина сломалась, несите новую. Потому что он там 3 месяца тренился. Да. На кошках тренировался. Ну смотри, он даже не отмазывается. Он согласен с тем, что он сломался. Валера, брат. Мелкий. Ну, все, Миша, уступаешь свой трон. Пеки. Какой пеки? Кто это, бля? Все два, кстати. Тихо, тоже по ходу дела пяткой нажимал кнопки. Надо скинуть скрин пеки. В тему в его. Я тебе сейчас тему скину. Это нахрен конец будет, и чё? А чё? Станешь... Собачка сзади вторая. Я ж говорю, я фаера тыщу, инвалид. Неужели непонятно? Мало бы своего подстянул. Закрой рот! Убили пиздёж. Аляр, врывайся. Ему на лицо вырывается уже где-то. Короче, Аляр, на следующий КД я спикаюсь в Африку, и мы посмотрим, кто больше даст. Там будет тупо 36. Оля. Ты не веришь, нет, да? Ладно, давай. Это следующий день. Хорошо, Серега, нахуй, хорошо. Стрелочку в Дестоне, а ладно. Единственное, что мне нужно, это Марина в Демоне. И 36. Космо, ты чё, споткнулся? Ступеньки скользкие. Он просто устал. На самом деле тут мог дать 32, но я заходил стрим. Но не дал. Ну, я ее прошел без смерти. Это ошибка вообще критическая. Типа у меня мет откатывался 10 секунд, и я прошел 3. Да все не отмазал. В итоге мет без... Какие отмазы, это все так. 32, короче, будет. Рыба стоит, жив стоит. Финмас, а ты где? На Сурфанге был. Я лишь на пол земля, блядь, валялся. Меня трэш отпиздил мелкий, блядь. Меня тоже пиздил. Я вон 600 тысяч накрутил. Меня отпиздил, он просто пиздил, блядь. Два редника стоят, не могли толпу нажать, блядь. Так, ладно, все здорово. Нам нужна жертва в виде второго танка, да? Да. Космос. Че, да? В смысле, я в танке? А ты в танке? Все, хорошо. Хорошо. Подожди, Миша, дай покушать. Ты что, не в сове, что ли? Вечно голодный аэрдро. Кристобаф есть. Все? Ну я потом даю кулак, меня на розах вешается кулак. Это да. У тебя шипит что-то. Паша, Финнос, ну отойди отсюда, блядь, место вагон.
Лапку дайте, пожалуйста, что-то лапку. Жирлок, что тебе не хватает? Я хотел нажать, да, сокол, сексон. Ушел. А на красный рог тут много мод. 5, 4, 3, 2, 1. Да никому вроде не нужно. Мы сюда ходим просто так, чтобы не скучно было. Ну и посох какой-нибудь собрать. Не-не-не, мы с Аней и за пушкой идем. На... Сова. Тимур как раз. В мили-зоне есть стак, или как в прошлый раз милики сдохнут с одним стаком? Как в прошлый раз? Не, я вынес, с одним стаком же будет. Все, что... Сейф продать так сложно. Серега, хватит ДПСить, понерфят, блять. Прекрати. Будешь что ли? А? Ну, а, все, у меня просто там рекаунт был. Ладно. Тогда ладно. Тогда мне надо перестать ДПС. Хотя 12 брюлей, 4 Т5. У меня просто развертка с трэшем была, я что-то смотрю так, но не хуясь. Ну, чуть ли не топ-3 строчка. Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец. Нету осколка, да? Я даже чувствую. Куча бесполезного. Куча моей голды. Назовем его так. Так, Пека дал. Окей. Мариш, шкаф и самоним. Покупательный вагон за шезлом. Только на профа. На профа мне обязательно нужно зайти. Чё? Мне проф очень нужен. И? Ну типа я хочу, чтобы туда попасть. Не вижу связи в Гниломорт и проф. Найди мне ее. Моей логики не хватает. Покупатели за жезлом только с ума. Че ты переживаешь? Банк, нас ожидает еще 3 выходных. Забей. Пох, можем даже растянуть. Не можем, за один день закрывать. Морт совсем деградируем, типа в четвергом. Ханты Рогин на боссе лопата. За 3 часа закрыли Миша мы. С 2 вайпами. Одна соляры, вайпы, 1 кель вайп. Все тут. Все, побафайте что-нибудь этому туловищу. Ренжу набрали, хилы под боссы, че на полы погнали. А, хил под бухту.
Да, что можешь. Ты? Я потом тебя этого. Сейчас убьем лутера, да, он тебе, конечно, второго заберешь. Две секунды, Серег. Тебя надо попросить действовать, что он переделал все. Отличные новости, народ! Слизь! Раз больше добавим, переделываться не будет. Герой или как? Ну вообще да. Жерлок, а что ты у них сосал? Маринку же притянули. Она где зря? Губительный газ, 5 секунд. Забери большого стола. Ты можешь не тратить время, я таунчу маленький. Там 300. Губительный. Да он не взорвется. Он не успеет взорваться. Новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Папочка, не круто. Молодцы. А у тебя, кстати, есть осколок. Пиха даже макро сделал. Внимание, осколок. Алис, первый запу есть, да? Потрясающе. Попробуем у нас. Что-то давно в купле не было. В куплу охота посидеть. Да вот и будешь, шари нету. Ага. Что он говорил, что припозднится, но не сказал, что сильно. Беги к другому боссу, там закинул утро, заберешь кровь. Обмен, Ром. Не убегай далеко сейчас, просто. Блять, и шкаф кончился, сука. Короче, еще один поставим. Больше нет шкафа. Ну и иди сосать, что я могу сказать. Вафелька на РЛ, ты еще продаешь пушки с лича? Вроде бы да. Че кто-то писал. А вроде бы нет, посмотрим, пожалуйста. Меня интересуют просто какие. Так. Ром, оставайся на роге. Хрен с ним. ДПС валом. Может пояс хотя бы не выкидывает. Дрэби. 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 Ну не знаю, как правильно произносить. На дребичах. А, все забрал. Жестко. Пас. Ай. Дрэби. Липнет теперь, сука, Дрэби.
Так, самоним вот это вот. Тестирующую синюю штуку. Я нахрен боюсь, что сейчас меня угонят. Которая с иксиками. Которые дреби. А зачем у тебя ЕП лонга? Не ставьте себе ЕП ГП лонга. Блокмастер никогда. А он автоматом идет в комплекте. Не идет он автоматом, он идет отдельно модулем, Дим, не рассказывай мне, пожалуйста. Нет, мне сказали, когда в гильдию зашел, чтоб я его поставил. ЕПГП ставишь, ЕПГП лутмастер мне нужен. А, ну у меня в комплекте. Он для РЛов вроде, да? Он для РЛов, когда разруливается через именно ЕПГП лутмастер. Паш, не знаю, правда или нет, но у меня Дон тоже, он идет комплектом вся. Да, я потом покажу то, что там. Я просто там выключаю. Я выключаю, там... да. Можно его выключить. Самому-то мне прокиньте. Изменения от дреби. Все буду знать. Хотя пока вы разродитесь скинуть самому, я быстрее, наверное, назад добегу, да? Пешком. Походка инвалидной белки. Ты на соляре не видно. Еще ты. А, уже. Все, я тут. Рогу. Рогу уже добежал. Где? Который в Долоране? Какой-то чувач какой-то. Окей, что сама не кидаем. Так, краткий курс молодого бойца, что делать и что не делать на профи. Стоишь, хилишь. В меточке череп. Летит пельмень, отходишь влево-вправо, без разницы куда. Когда говорю, идет зеленый слизень. Либо стоим в черепе, если я говорю сместились, значит смещаемся. Смещаемся всегда в луну. Далее, перифаза. С красным цветом в черепе. Если тебя слизнюк выбрал в таргет, показываю один раз, как это делается. Выбрал таргет красный, ты с красным дебафом стоишь в черепе. Перифаза, заспавнился, выбрал в таргет. Пошел, повел слизня за собой. Вот Велерина слизень мой личный. Смотри, это слизень. Я веду слизня. Слизень, быстрее! Эй! Финуш, привет! Все. Мастер-класс по вождению слизня Велерины проведен. Далее. Если ты с зеленой меткой на перифазе, с зеленой меткой забегаешь отсюда, становишься спиной в угол. Зеленый врезается, прохиливаешь, врезается, прохиливаешь. Если ты не без таргета красного, но с красной меткой, подхиливаешь человека, который ведет слизня красного, и параллельно можешь подхиливать, если достаешь зеленую метку, где будет АУЕ урон. Все. Поехали, Арсенопул. Воет в кукле, бас-лопата водит. И два танка. Космо, просыпайся. Космо берет гайду Оляра. Как правильно умирать? Отличные новости, народ! Идите. Бурстите, будем переводить сразу. Отошли от лужи. Давайте, 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 нажмите 3%. Отлично, разбежались с дебафом. Что-то мало людей с красным дебафом явно. В одну минуту.
ты не ок по лайеру. Я уже дал. Да ладно, значит, по маринке. Рыба в полоху, ПДК. Дела. Нет. Ну что ты делаешь, Слав? Ну допей, блядь, одну лужу, в которой стоит весь ёбаный рейд. Ну что за хуйня, блядь? Не ту, не ту, блядь. Мы сейчас заклемнемся нахуй в этом говне. Не должно быть лужи в ёбаной метке, где РДД зона стоит. Череп собрались все. Отошли от лужи. Пельмени. В черепе собрались. Стопните, стопните. 36. Ну потому что надо было переводить ему. Не стопните. Пельмень. Уебищный перевод, 2 на фазе. Молодцы. Объясни мне, пожалуйста, нахуя ты говоришь рейду стопать, если я этого не говорю, блять, Дима, ты ведешь или я, нахуй ты рот открываешь, в принципе. Паш, мы бы с пацаном бы не перевели, понимаешь? Уже он появлялся? Дима. Ой, извините. Если зеленый появляется в момент перевода, то, блядь, второй зеленый не появляется. Там было 38, и он уже появлялся. Он не успел никак. Смогли стопнуть, спокойно перевести. Я переведу, подождите. Ой, добью. Ой, Паша, мы ждем, верим в тебя. А че его? Диван даже не дал, блядь. Слышал, паладины могут диспелить. Наверное, врут. Давай, Паша. А знаете, в чем проблема-то была? В том, что не фазового красного били не все РДД. Да, блядь, там 4 человека. Есть индивиды, которые туннелили босса. Вот из-за этого вся проблема, я считаю. Думаешь, пора посмотреть на таргеты? Мурлок, ты можешь посмотреть, кто он? Блядь, этот слизнюк красный. Я, блядь, убегая от него, надамажил, блядь, больше некоторых. Когда они уже, блядь, пофиксят ебучий баг с чумой? Мы стабильно одного-двух теряем ебучему углу. Никогда. Ну, типа, сделать нормальные текстуры, это... слишком сложно. Ладно, значит на 39 надо будет стопать. Чтобы мурлыки всякие вот не нервничали. Желок, не дуйся. Желок, ты вот открой гильдию, посмотри, как там Тася налево-направо ебашит, и улыбнись. Хорошо, Макс. Там даже себе накинул ты гли. Верчай. Новости, народ. Усовершенствован штаб чумы, который уничтожит...
Дим, вот именно потому, что там было видно, как у него ХП уходит, поэтому не надо было скупать. Скучнее, в луне собрались. Переводим. Разошлись по меткам. Скучнее, совы, с чумой, блядь. Интересно. Что-то я ничего не чувствую. Инер, шаманы, рибов. Как на вкус колбы Финмас? Вкусно? Отошли. Очень. Свечнулись. Отошли. Пельмень. Череп собрались. Стопнули. Мирики тоже ушли к нам. Блять, он все-таки докинул до нас ебаную колбу. А куда вы позволите узнать, съебали все дружно? Команды не было собрать. Я успел только в бок отойти, я сдох. Угу. И дохил был. Как проф перевелся? Ну, на 37 ты сказал, и ага. 2% перевелось спокойно дотка. Ага. 37, да? Сейчас будем на 40 стопить. Кстати, сейчас тоже я могу перевести спокойно. А клей? Ну что, Мурлок не волновался? Мурлок заворует. Дима, хватит, блядь. Давай убьем уже профа, блядь. Дудки какие-то сильные, но очень большой дамаг к нему идет. Эти дудки называются, знаешь как? Ой, я забыл стопнуть, да? Мудак, который забыл стопнуть, называются эти дудки. Ну, не знаю, оно, как сказать, процент полтора стопудово, когда даже все стопают, сносят. Даже на стандартном контенте. А так как здесь Сирус, ну я только что видел 2%. Там даже 37 и что-то типа и 4 десятых или 5 десятых было. То есть, ну, дамаг шел по нему. А били или нет, я не могу зафиксировать, посмотреть как это. Ну, дамаг шел большой. Достаточно посмотреть, сколько людей его в таргете в этот момент держится. А это аддон какой-то надо или что? Текспирл вроде показывает. А не только. Это ни о чем не значит, если ты его держишь в таргете. Ну, с одной стороны, да. Я понимаю, если бы надо было свечиться в него, а у него таргетки не было, тогда да. Так. Давай-ка Павла отправим к Варан. Пусть мог сойдет. Попал-то при чем, блядь? Хилить. Ну, наверное, потому что два ретрика нахилили больше, чем он. А, ну это просто. В
Есть у кого джинс поставить? Да, на. Портал поставьте. Дал. Ну в первом трае это не два ретрика больше не было. А они не дают ему хилить, блядь. Они правосудие свет хуярят. Какой кошмар. Че ты думаешь, копал только правосудием хилит? Вот Полик, например, не кидает его и не парится, да? Я вообще за него забываю. А зря раз в минуту кидай, там же баф. Я раз 10 вспоминаю хотя бы один раз. Он зависает на ходу, блин. Там хороший баф. Ты не забыл. Да и так пойдет. Меня позабавило то, что в меня влетает этот зеленый и замедляется сразу слизень. И колбы потом летят через секунды две. Что-то грустно стало сразу. Какой-то сегодня, блядь, рейд говёный, блядь. Из-за Валерина, что ли, блядь? И только. Наверное. Вот по телефону говорит. Наталья не принимает. По идее, как про не поставьте никто не умер. А, я знаю почему. Лёха. Да я улетел уже. Че, он бежал, что ли? Тревогается, что ли? Подожди. Макрос, ты смог взять квест на босса? Не, мне её просто Паша кинул в сумку и все. Ну все. Милик с посохом, давай собирай. СПД АДК. Лик смерти будет нажимать. Пиздец, как сложно, блять, нахуй. По телефону стоит 2 минуты поговорить, блять. Один не может улететь в Долоран, блять. Второй не может сказать ему, что улететь в Долоран. Мурлок, ты где? Я здесь, я. Я написал. И банка сказал. Рыба стоит. Тима, у тебя 15 секунд, чтобы логиниться. Я скажу. Я все на пол. Не вижу лапы по талии. Есть, есть.
Действительно. Каску по луку дайте. Ключ нет каски. Тим, каски на тебе. Каска улетела. Каски на Тимуре, блядь. Без каски бить? Дайте КПМ жирлоку, он заебал. Ну, у меня нет каски, вы понимаете это или нет? Вот, привил. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Отошли. В луну переместились быстрее, блядь. Перевод. Разошлись. Может получиться что-то любопытное. Переместились назад в череп. Отошли от пельмени. Еще дальше отошли. Стоим здесь. Хлопнули по кнопке. Перевод. Вернули снычку, он сбросил. На вкус как вишенка. Ой, извините. К стене подошли. Подошли. Блять, ёбаное стадо сов. Вот при чём, блять? Да при том, блядь. В Макс летит пельмень, блядь, а он хуй знает где стоит, блядь, и ты так же. Отошли. Осколок. Ага. Я надеюсь, колба не упала? Да, конечно, осколок. Она упала. А, пойду в угол забьюсь. Пиха забрал, пишу. Ага. Олька, логинься. Паша, можно на танк колбу взять?
можно. Какая гадость. Ну это, о, господи, без ГП. Если с ГП, лучше сам продавай. Тебе ГП за эту мысль нужно дать. Бля, банка, видел бы, с чем он бегает, сука, с ПВП 3 не... Макс, ладно, беру свой слон назад. Таларан. Чё? Можно... Ещё раз, пожалуйста. Я, скорее всего, не вернусь. Ну, может быть, на Джайна есть только. Ну, только... потом посмотрю, если не вернёшься, тогда... Окей. А кто тебе ответили, Макс? Ничего, я сейчас отредактирую и закину этот Оман. Посмотрю. Просто у меня нету дамажащей ПВП используем. 245-я трения ПВПшная, ну, блять, ну это совсем хуй. 254-я. Прости, о, прости, 254-я. Их лапну потом. ПВПшник на полике, проверяйте. Так. Блять, еще один. Отошел и не съебался из ЦЛК. Хорош, блять. У нас багруху кто-нибудь будет забирать? Да, если упадет. А, вижу, Серега. Сочувствую. Так, Аляр вернется, пик, заинвайтишь его. А что, у тебя меткости хватает, что ли? Дедлифта. Я со стороны... Сейчас я сон тут. Нет, я... Вон, вон. Да, отлично, там ваня есть. Не могу пока принять, но... Вот же начали бить. Лиха, я делаю вот так. Меня с Алиром местами поменяй. Алира при самонте, Ольку при самонте, Номиана при самонте, я за сигаретами курю. Через босса вернусь. Паша, он же уебывает, их не тупи. Да здравствует новый Атрел, самый честный и гуманный Рел. Надеюсь, иначе, блять, это бунт. Банки — это жестоко, Лёва. Там можно все что угодно меточку бейте, для вас, блядь, поставили.
постоишь этот раз на келле? Да пофиг, окей. Катушка кому-нибудь нужна? Коллекцию заберу. Все хорошо. Не пропадет зря. Космо, ты когда раздуплишься, что у нас Алиар ливнул с рейда, и тебе пора раздать кулаки? Алиар ливнул с рейда? В смысле, а чё топ? Нахуй нужен? Сам Лейн, непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Восстаньте, братья! И уничтожьте наших врагов! Саня, он тебе беспокоится. Курение вредит здоровью. Номен, кричи криком, я манал. Спасибо. О, начал бафать. Вкусно. Паша тебя ДК бернуть просит. Я что ли его буду в РС? Ну, ты ведь Паша. Блин, я не вижу его, что он там пишет. Эй, поэтому и говорю, друг друга в ЧС понадобавляли. После ворот, кинетику подбейте, пожалуйста. Она сейчас уебется. Вы так сказали, блять, я начал проверять, в честь ли он умеет. Эй. Саня. Это не кинетика. Я случайно. А у меня нет его в честь. Финма скинь, 14 атаков, 15. Да меня откидывает хуйня, ебан. У меня две сферы было. За день готов. Пока обходил, блядь. Ну, обходить до хрена стаков. Хотел пройти между ними, откинул, блядь. Много хороших вещей падает.
Успел. Че упал ты? Да, он писал, что релок нашел. Катушка и две башки. У тебя дверь скрипит, ёба. О, да, Лярыч уже три. А знаешь, почему так сильно слышно плачет? Потому что микрофон настольник развернут к двери. Это специально. Конечно. Тебе ВД выслать? Тяни же развернул свой микрофон. Блин. Он завел мейнку, но я на самом деле боюсь за попугая. Я давно не слышал чириканье. Недавно было на стриме, когда Паша учил его в шашки и бушу. И бушу. Походу в конце шашек что-то пошло не так. И попугай замолчал. Саша, тут? Так, домой, господа. Лярыч вернулся. Не вернулся. Их, если ты сейчас разговаривал, то тебя вообще ни хрена не слышно. Исправь микрофон. Тихо, кинь мне ассистом. РЛ-ку не надо, ассиста кинь. Он его в маске укопил вместе с телефоном и мунором. Пиха. Есть на тебя ассист. Алло. Вижу. Так. Ладно, почили пока в Лорене. Все, кубик пошел на этого. Расслабься. Он вылетел у нас. Он вылетел. Сейчас это. На принцах он, ну, говорил, что вылетел. Хорошо, Саш пиздруй, Долоран макрос, который Аляра присамоните. И я пока в Долоране побуду, пойду себе кофе сделаю. И покурю по-человечески. Хорошо, Миш. Я понял. Тихо, давай кикнем дерби. У нас вроде как перерыв должен был быть для мастеров. Нет, ты же такой сказал. После лича перерыв, все хорошо. Перед личом. После джайна, может?